Приветствую вас. Помочь вам, конечно, можно, но только как помочь вам, отвечая на вопрос, который вы задаете без личной консультации, без личной беседы, несколько непонятно. Вряд ли вы, прочитав или вот, в моем случае прослушав ответ на ваш вопрос, сможете решить свою проблему. Мне кажется, нет. Смотрите, непринятие своей внешности, это, с одной стороны, комплексное сравнивание себя с другими людьми, и придание завышенного значения красоте как таковой вообще, да, с одной стороны. И с другой стороны, это запрет на привлекательность и запрет на красоту, как некий такой вот страх, как некую такую защиту перед, собственно говоря, женственностью, внешностью, сексуальностью и прочим. И я так полагаю, что здесь у вас закрались сюда некоторые страхи ваших, например, родителей, вот, в частности, вашей мамы или папы, или какого-либо еще родственника или родительской фигуры, вот, которая подавляла вас эту женственность, подавляла вас эту сексуальность, либо в силу того, что боялась конкуренции с вами, либо в силу того, что боялась своего влечения к вам, что бывает, либо в силу того, что искренне, но ошибочно полагалось, что таким образом вас защищают. Вот, и, соответственно, вся ваша вот ситуация в данном случае, которую вы описываете, она исходит из этого, к сожалению. На мой взгляд, работать нужно вот в этих двух направлениях. То есть первое направление я предлагаю все же ваше собственное, вот. Да, и уже потом речь пойдет про родителей и прочее. Но это психотерапия, вот, это не быстрый процесс, это достаточно такой системный процесс, и вам лучше настроиться все-таки на регулярные занятия с психотерапевтом. Вот, опять же, обратите внимание, да, на то, что вы говорите, что я представлял себя красиво и видел себя как бы со стороны, какая я, да? То есть вы, по факту, получается, что ставите, ну или ставите, или ставили себя, да, на место других людей, по факту. То есть вы либо ставили, либо ставите себя на место других людей. Вот. А вопрос, почему? Вот вопрос, почему вы так делаете? Это очень важно. Это очень важная история. Очень важно с этим разобраться, очень важно это понять, потому что почему вам именно так важно быть красивым? Опять же, красота предполагает некий эталон, да, некий идеал, вот, некий такой образ, на который вы равняетесь и с которым вы себя сравниваете. То есть это вот такое вот глубинное сравнивание себя с другими людьми. Может быть, это следование моды, может быть, это что-то еще. Это все не вы, это все вот, так сказать, мысли, ценности, взгляды, которые вы переняли слепо полностью у других людей, к сожалению. И это вам на пользу, как вы сами понимаете, не идет ни в коем случае, ну и не может идти, потому что, ну а как, да, как,
человек себя, по сути, теряет. Вот. Такая вот история, такой ответ. Значит, я рекомендовал вам книжку почитать. Она называется «Я умею прыгать через лужи», автор Маршалл, вот, имя сейчас не вспомню, почитать. Это к вопросу о внешности. Но в целом психотерапия вам необходима. Это все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена.